Доброе утро. Пришло время зачитать вопросы от телезрителей. Это рубрика по вашим письмам в студии Наталья Гейчик. Первое письмо зачитываем от Валентины Ильиничны. Государство выдает материнский капитал на второго ребенка. А если при вторых родах родилось два близнеца, на одного из них материнский капитал выделяет государство, а на другого – регион. Предусмотрена ли выплата регионального капитала на двух близнецов или тоже только на одного? Валентина Ильинична, региональный материнский капитал, как и государственный, выдается один раз. И не на конкретного ребенка, а на семью, в которой родился третий и каждый последующий ребенок. Выплата оригинального материнского капитала она производится один раз на одного ребенка в данной ситуации. То есть в случае рождения, если это вторые роды и рождаются два близнеца, то выдается один сертификат. И как бы в данной ситуации, то есть рождение троих детей уже получается. То есть у нас сертификат выдается, материнский капитал, оригинальный материнский капитал он выдается только в случае рождения третьего и последующего ребенка. То есть в данной ситуации рождается третий ребенок, получается. И значит, право на данный оригинальный материнский капитал семья имеет. Юлия Сергеева отправила вопрос в рубрику «Мой муж уже несколько лет не платит алименты. На него заведено исполнительное дело у судебных приставов. Хочу разместить официально его фото на сайте Управления судебных приставов по Пермскому краю. Имею ли я на это право и как это сделать?» Юля, вы имеете на это все законные основания. На сайте Управления есть раздел «Внимание! Розыск должников». Туда фотографию вашего мужа, должника и разместите. Да, судебные приставы имеют право размещать фотографии должников, злостных неплательщиков алиментов на своем официальном интернет-сайте. Вы можете их посмотреть во вкладке «Внимание! Розыск», находящейся на главной странице нашего официального интернет-сайта www.r59.fssprus.ru. Также, если вы желаете, чтобы фотография вашего, например, бывшего супруга была размещена на нашем официальном интернет-сайте, обратитесь к судебным приставам по месту вашего проживания или регистрации. И таким образом, передав фотографию, вы уже сможете ее разместить в публичном доступе. Может быть, это также сможет воздействовать на должника. Если у вас есть конкретные вопросы в рубрику, отправляйте их на электронный адрес утреннего канала или в информационно-справочную службу. Постараемся разобраться и помочь. На сегодня все. Берегите себя.